Привет всем опять. Здесь Майо Бедини на авторезонансе. Видно, что уже две плеча здесь есть, да. А что хочу теперь показать и сказать. За первый. Это автомат для зарядки. Заряжает эти две параллельно батареи, которые по 62 ампер-часов. Это ничего пока. А здесь это переплюсовка R6 батерия, а R7 Bosch тоже радиантная, но нормально, не переплюсована. Это радиант, переплюсовка. Что сделал? Разрядил эти батареи постепенно до 11 вольт. Потом перестал разряжать, когда достигли при нагрузке 11 вольт. Отключил нагрузку, напряжение подпрыгло немножко, как и должно быть. Отдыхали батареи несколько часов и начал заряжать. Эта батарея уже полностью зарядилась, заряжалась до 15, ну где-то написано, но это пока ничего, покажу, когда она отдыхает уже. Почти 2 дня, значит, посмотрим, сколько на ней теперь стабилизованное напряжение. Напряжение стабилизованное столько на ней. Это напряжение почти стоит. Есть стабилизировано, конечно, здесь. Сетинка будет, наверное, через день пойдет вниз. Да, это одна вещь. Здесь эту заряжаю отсюда, заряжаю радиантом, и пока на нее столько, да, постепенно идет вверх. Столько. По времени не буду пока говорить, потому что не смотрю точно. И заряжаю, и питаю эту барахло целое током 4,77 ампер. Записываю, сколько будет. Было 12-11, когда я включил. И теперь где-то 2 часа с чем-то выросло напряжение на этих 12,71. Да, и что теперь будет? Сделаю то, что включу там, есть на земле. Включу инвертор и включу на 220 вольт из инвертора лампочку 25 ватт. Посчитаем, что это C20 нагрузка. И буду точно разряжать до 11 вольт и посмотрю, сколько часов будет это разряжание. Потом скажу. То самое хочу сделать с этой Bosch, которая не переплюсовка, которая нормально заряжена радиантом. И когда она намного новее, чем эта старая. И посмотрим, какая емкость ампер-часов
есть этой батареи. И будет интересно, если обязательно выросла емкость, когда переплюсовка есть. И когда есть это радианс есть. Это будет, конечно, интересно. Ну и теперь думаю, когда следую эту штуку, конечно, что очень просто сделать, настроить все, настроить не только этим. Транзисторы теперь в принципе не греются совсем. И этот радиант уже есть у меня. Как, что буду прямо использовать в режиме Теслы, в режиме Земли и получать большое напряжение и ток, в кондёры накидать все вроде бы по Смиту, и будет это устройство будет давать до 10 киловатт, 10 киловатт постоянного выхода. Буду показывать, теперь это будет работать, будут батареи заряжать, я буду работать на устройстве, которое сюда их кидну. Нет между здесь, потому что здесь сильные излучения разные есть. Здесь наверх будет пятна, здесь все будет наверху. Здесь будет панель измерителей, переключателей. И так дальше, и полный автономный мощный систем. И хочу, чтобы все вы, которые смотрите на это, если получится с Божьей помощью, конечно, все можете сделать и для дома, и квартиры 10 киловатт, 5, 10, 15 киловатт. Достаточно свободной, как говорится, неправильно, свободной энергии. Пока все.